Если б море было пиццей, я бы стал императрицей. Вас приветствует компания Акада. Авокадо. Соединяюсь с оператором. Вот, пожалуйста. Раз. Да, добрый день. Компания Акада, Марина слушает. Да, здравствуйте, Светлана. Ой, как вас зовут, скажи? Алло. Вот меня сразу сбрасывает вот эта вот тема. То есть, я не знаю, может, у них как-то на мой голос какая-то вот хуйня, помните, стояла? Тогда тоже то же самое было. Только начинал говорить что-то. И так раз и сброска. Здравствуйте, меня зовут Вячеслав, слушаю вас. Да, Вячик, здравствуй. Алло. Алло. Сегодня слышно вас что-то плоховато. Да-да, здравствуйте, Вячик. Да-да, здравствуйте. У нас можно узнать, почему сегодня весь день какие-то наблюдаются перебои. Так, а номер договора вы скажете? Да, конечно, пожалуйста. Сейчас, Вячик, пишите. Да, да, 1-4. Две восьмерочки. Две двоечки, восьмерка. Ага. А сейчас-то мы в эфире или записываете? А? Стрим свой. Не понял. Скучный. Да как они меня узнают? Да кто у них что там определительно мой голос стоит?